Дмитровское агропредприятие воссоздает крупное животноводческое хозяйство. Фирма «Мосагрофуд-Д» восстанавливает заброшенные фермы бывшего Яхромского племенного предприятия. На данный момент завершается реконструкция молочной фермы, параллельно идет закупка коров элитной породы. Ну, смотрите, мы находимся на территории, скажем так, легендарного в советское время племенного предприятия Яхромского. Вот, по стечению там ряда обстоятельств, конечно, это предприятие, скажем так, практически вымирало. Вот. Пока попав в наши руки, скажем, эта ферма задышала заново. На днях на ферму пришла новая партия коров айрширской породы из известного российского племзавода «Майский» в Вологодской области. Эти коровы славятся чистотой своей породы и качественным молоком. На данный момент стадо Дмитровского агропредприятия составляет 700 голов. Через год дирекция «Мосагрофуд-Д» планирует удвоить его численность. Здесь нетели айрширской же породы с тельностью 7-8 там, примерно месяцев. Соответственно, это как раз это животные у нас в начале, в конце этого года, в начале следующего, как раз попадут в основное стадо. Uh-huh. Вот. Ожидаем, конечно, у нас по качеству молока то те же самые, которые у нас есть, где-то, может, и выше, вот, по жирности, по белку и по качеству. Uh-huh. Специалисты Дмитровской ветеринарной станции регулярно мониторят состояние животных в дмитровских агропредприятиях и качеством формирующегося стада в «Мосагрофуд-Д» довольны. В связи с тем, что поступило новое поголовье в хозяйство, проводим карантинные мероприятия. Отбор крови, вакцинации, ежедневный клинический осмотр всего поголовья. На данный момент как оцените состояние? Состояние удовлетворительное. Заболевания какие-то выявлены? Нет, ничего не выявлено. То есть удовлетворительно – это хорошее состояние, да? Да, вот удовлетворительно – это хорошее состояние. Ага. На следующий год в планах у дирекции «Мосагрофуда» закончить ремонт родильного отделения, построить дополнительное дойное отделение и реконструировать еще одну молочную ферму.